Алло. Алло, Оль, ты слышишь меня? Нет. Оль, я не приеду сегодня. Оль, ну не могу я. Да плохо у меня все, Оль, понимаешь, плохо. Да, на птичий рынок еду. Ага. Ну, мой истерит все время, да. Ну, психопатит. Ну, ты же знаешь его, нервотреп. Ой, да, я не, вообще не знаю, что делать, Оля. Ну, последнее время вообще жить с ним невозможно, понимаешь? Он по каждому поводу ко мне цепляется. Да. Да. Да ты права была, Оля. Ну, я у него во всех грехах виноватая, понимаешь? Ну, цепляется без повода, по поводу. Ну, невыносимый стал, Оль. Да. Так стал на свою мать похож. Прям свекреныш какой-то. Позавчера прицепился по поводу машины. Вот что он прицепился-то, Оля? Ну, в чем я виноватая? Ну, эта машина, дура, во всем виновата, понимаешь? Она между двух столбов не пролезла. Ну да, он ко мне прицепился, как будто я виновата. А что я сделала? Я просто за рулем сидела. Ну да, ободрала бока себе, он орал на меня. Ну да, орал. Так орал, голос сорвал. Ну, а вчера по поводу гантели кричал. Да, голос опять к нему вернулся, представляешь? Ну, гантели ему на ногу упала. Ну, она упала, он на меня орал. Ну, тут а я при чем здесь, Оля? Ну, при чем я? Гантель у меня просто в руках была, да. Потом неожиданно из рук вырвалась и прямо ему на ногу. Чего орать-то? Ну, чего орать? Там перелом-то небольшой, в 6 местах. Ну, не знаю, что делать, Оля. Ну, мне посоветовали к зоопсихологу поехать. Ну, такая сейчас фишка, понимаешь? В Японии очень модно. Ну, да, там как будто бы животными, они вот всякие психозы лечат. Ну, я поехала. Он меня выслушал. Говорит, надо ему какое-то животное, мужу моему, понимаешь, животное, чтобы он успокаивался, да, чтобы, если что, так он на животное орал, а не на меня. Ну, вот еду, думаю, ну, что ему такое спокойное купить? Не знаю, Оль, может, что посоветуешь, что, а? Кого? Собачку? Ты что, какой друг человека, Оль, ты что? Да у него с собаками вообще не контакт, понимаешь? Ну, смотри, в прошлом году мы на даче отдыхали, а он, значит, с бутербродом шел мимо соседей. Ну, а там собачка живет. Ну, такая, мелкая, да. На крысу похожая. Ну, бультерьер называется. Ну, вроде как она у него бутерброд попросила. Понимаешь, так интеллигентно попросила, так гав-гав. А ему жалко стало, он ей дулю показал. Потом мне рассказывает, говорит, представляешь, я после вот этой дули хотел бутерброд в рот положить, а тут бах! Собачья пасть. И все. Да. Бутерброд с руки исчез. Да, вот так, в одно мгновение. Бутерброд с руки, а с лица усы. Ну, так побрила она вас бесплатно. Да, теперь усы не растут, только брови. Ну, нет, нет, собак не подойдет. Нет, ну, надо что-то другое. Ну, что-то такое, ну, совсем, понимаешь? Рыбка! Нет, это еще хуже собаки, Оля, я тебе точно говорю. Да я знаю, что говорю, Оля. Мы когда с ним в Турции отдыхали, ну, на пляж пошли. Ну, что, я лежу, солнечные ванны принимаю, загораю. А он купаться полез, понимаешь? Вот что ему купаться-то надо, вот скажи. Вроде как плескался, да. А тут рыба приплыла, представляешь? Ну такая большая. Акула называется. Да не напала ни на кого, кроме мужа моего. Да нет, покусала. Она пожилая была, беззубая. Ну да,
Пососала, выплюнула за буёк. Только плавки на память взяла. Да нет, он даже не испугался. Да я тебе говорю, он даже не заметил. Он потом в номере 3 дня на полу сидел и всем языки показывал. Да, слюни пускал. Нет, рыба не подойдет. Нет, Оль, не знаю. Ну вот не знаю, понимаешь, вот я уже голову сломала. Чего ему купить такое? Черепашку? Да я уже покупала черепашку, Оля. Я для себя завела, да. 3 дня прожила она. Ну так получилось, понимаешь, тортилой назвала. Ага. Ну я ее выпускала, она у меня гуляла по коридору. А он в этот день, понимаешь, он на работу не пошел. И говорит, я пошел мыться. Чему мыться-то среди бела дня? Нет, пошел мыться. И тут, говорит, телефон зазвонил. И он вот весь намыленный выскочил из ванной в коридор. А там тортила гуляет. Ну и что? Он на нее наступил. Ну и как бобслист на санках. Да, на этой черепахе по коридору летел. Он такую скорость развил. Оля, а я в это время с работы пришла. Но я же не знала, что он там на черепахе по коридору гоняет. Я спокойно своим ключом дверь открыла. А тут он вылетел из гнезда. Да, по всем ступенькам проскакал и вылетел из подъезда. Оля, я тебе говорю, это его звездный час был. Да. Бабки, которые возле подъезда сидят, они ему сразу оценки поставили 6-0. Ну, не знаю, что купить, Оля. Шапку, зайчью ушанку? Оля, да ты же гений. Как я сама-то не догадалась. Господи, это же вроде как и зверек, и вроде как и безопасное. Олечка, спасибо тебе. Вот будет он у меня теперь сидеть в этой шапке с зайчьей ушанки, с морковкой, а я к нему сзади подойду, обниму его, массажик сделаю, ласковое слово на ушко скажу. И может, не надо ему будет животное покупать.